Власти Турции готовятся начать военную операцию на юго-восточной части страны против члена рабочей партии Курдистана. 11 марта МВД Турции объявило о скором начале новой так называемой антитеррористической операции против курдов на юго-востоке страны. Напоминаем, что ранее рабочая партия Курдистана была признана турецкими властями террористической организацией. 8 районов были очищены от террористов, но есть еще окопы и баррикады в Юксикове, Шарнаке и Нусайбине. Все баррикады будут удалены, мы собираемся начать там операции после необходимой подготовки. Об их начале будут оповещены местные жители, заявил глава МВД Турции. Он также отметил, что в этих районах будет введен комендантский час. Ранее в Генштабе Турции сообщили, что начиная с середины декабря по настоящее время турецкие военные уничтожили около 1000 курдов.